Здравствуйте, товарищи! С вами Принц на сером козле. Данное видео записывается по тому поводу, что с тех пор, как на канале набралось 100 подписчиков, прошла ровно неделя. Поэтому пора подводить итоги конкурса, который был вот в этом ролике, ровно неделю назад. Всего в конкурсе приняло участие 3 человека, что уже неплохо. Конкурс с самого начала пошел не по плану, потому что YouTube даже не спаму отправлял комментарии ссылками, а просто их удалял. Я не знаю почему, но вот так случилось. Собственно, поэтому было принято оригинальное решение. Вот здесь вот была ссылка на Google форму. Прикреплен комментарий, все вот была это, как это, инструкция, что нужно делать. Собственно, прямо при вас. Вот, копирую ссылку. Дальше. Вбиваю в поисковике рандомный комментарий YouTube. Вот. Так, и набираю вот, ну, хотя вот этот сайт. Первый попавшийся сайт. Опа-пум, который ни хрена не грузится. Значит, вот этот выбираем. О, сразу загрузился. Так, вставляем ссылку. Загрузить данные. Итак, вот тут есть все комментарии, в том числе мои. Значит, итак, выбираем случайный комментарий. И случайный комментарий тот, который не участвовал в конкурсе. И это я точно знаю. Поэтому... О, Транспорт ТВ. То, что он участвовал в конкурсе, я знаю. Вот, в Google форме. Не надо смотреть, что тут мой канал указан. Был еще один участник. Тут вот в Google форме, вот Транспорт ТВ, ссылка на его YouTube канал и вот ссылка на страницу ВК. Поэтому прямо сейчас я ему пишу о том, что он победитель. Ну, собственно, все. С вами был Принц на сером козле.